под дикобраза. Но из этой атаки ничего не вышло. Питон быстро понял, что этот противник ему не по зубам. Вот еще один питон, который всем своим видом показывает, что может случиться после атаки на дикобраза. Этот неудачник теперь похож на длинного ежа. Все тело питона покрыто колючками, и шансов выжить у него очень мало.